Всем привет, с вами Хиппи. В сегодняшнем ролике я расскажу, когда же выйдет второй сезон «Эта фарфоровая кукла влюбилась». А перед началом этого ролика подпишись на канал, поставь лайк и напиши хороший комментарий. А мы погнали! Что такое? Синяк? Да нет, не похоже. Не переживай за мою штуковину! Что мне несу? Недавно вышел последний том топовой манги My Dress Up Darling, известно в России под названием «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Теперь все с нетерпением ждут продолжения аниме-сериал по этой манге. С этого выхода второго сезона «Эта фарфоровая кукла влюбилась» на запланировано на 12 марта 2023 года. Сообщается также, что второй сезон будет не последним. Ты работаешь с такими тонюсенькими кисточками? Офигеть! Не бойся, трогать ничего не буду. Нет, ну просто чума. Кошмар. Сердце так колотит. Сюжет. Ваканы Годзо высокий, 185 сантиметров, сероглазый, симпатичный, но очень закрытый подросток, который живет с дедушкой после смерти родителей. Его дед мастер по изготовлению традиционных японских кукол. Ваканы тоже мечтает стать мастером, правда, пока у него кукол не очень красивые лица. Зато он дружит со швейной машинкой и шьет прекрасную кукольную одежду. Правда, до тебя, деда, мне все равно, как думал. Так ты вспомни, сколько я этим занимаюсь. 47? 48! Марин Хитагава учится с Ваканой в одном классе. Она жизнерадостная, общительная красавица с идеальной фигурой. Почти никто не знает о том, что ее тайное увлечение – это косплей. Марин мечтает о костюме сексуальной красотки. Но, к сожалению, не умеет шить. Видно же, что он не в своей тарелке. Ты уж это отпусти бедному парнишку. Да все у него отлично! Ура! Однажды, когда домашняя машинка Ваканы сломалась, он решил после урока воспользоваться школьной. Мари случайно застала Вакану за работой и попросила шить для нее костюм. Парень до этого шил только для кукол, поэтому очень переживал, получится или нет. Он всю ночь смотрел игру с любимыми героинями Марин, внимательно изучал их костюмы, читал книгу, чтобы лучше разобраться. Однако самым сложным оказался снимать мерки с раздетой красотки. Я же все вижу, прикройся! Кстати, я же теперь вроде как перед тобой в долгу, согласен? Показать что-нибудь погорячее? Первый косплей-костюм оказался удачным, с этого началась дружба молодых людей. Ваканы шил костюм для Марин, помогал с учебой, а в ответ она помогала ему стать более общительным, научиться радоваться жизни. Постепенно между ними возникает любовь. Вообще встречаемся, я сам слышал. Реально? Тогда давай встречаться. Чего? Да шучу я. Погнали! Мангу создал Синдита Фукуда, режиссером стал Кисюка Шинохара, известный по созданию Академии Ведьмочек и Хлопушка Раскладушка и многих других. Оригинальную музыку написал Такиши Накацука, знаменитый японский композитор и исполнитель, получивший награды за фестивали за музыку к аниме и кинофильмам. Прости, ты как, не ушибла? Марин Китагава озвучала известная японская актриса Хина Сугута, знакомая зрителям по аниме «Исчезающий город». Вакану Годзо Сию Эсейги, 31-летний актер, у которого копилки более 10 ролей в сериалах и озвучек многих аниме. Признайся, ты сейчас подумал, что я жру как не в себя? Ничего подобного. Не ври! Интересные факты. Романтическая манга начала выходить в свет в 2018 году. Вышло 8 томов, 56 глав, уже переведена на русский язык. Жанр синьон очень популярен у читателей, у манги уже более 50 тысяч русскоязычных читателей. 92% которых оценили по максимуму на 5 баллов. Можешь на минутку отвернуться?
Жанры определяются как повседневность, романтика, школа. Дата выхода в это фарфоровая кукла влюбилась в второй сезон. Работа над адаптацией манги идет по студии Cloverworks, известна по многим успешными работами. Дата выхода второго сезона эта фарфоровая кукла влюбила запланирована 12 марта 2023 году. Но если вы Кукурой из игры «Беззаботная срамная жизнь 2» в лопутешении лицом благородных девиц Энн Лужно! Я просто сплю и вижу, как в косплее Синзуку из «Второй срамной жизни»!